Так, что-то тут. Происходит непонятно. Хэнк, ты не забыл винтовку? Тимти говорит, он тут видел на днях пуму. И мы с ребятами решили ее подстрелить. Поселимся, Роберт. Роберт. Вот так они, да, на дамбе работают. Интересно, так как и никто не говорил, что их можешь сканировать. Серьезно. Ладно. Сейчас мы ему строим по-резкому. Так, значит, что тут у нас? Отвлекающий маневр. Надо их отвлечь. Это их отвлечет. Потом. Ломите ему. Пострелюшки. Не-не-не-не. Ладно. Что сделать? Запускаю дрон. Вверх и в сторону! В сторону... Глот! Смотри, что он там кидает, да? Закладывайте мину! Не заложено! Ставь ракетную турель! Да, он еще один придурок. Да, блядь! Вот же хрень какая-то. Мне нужна помощь! Я поставлю вас на ноги! Помогите мне! Держитесь, командир! Теперь порядок. Спасибо. К нам движется штурмовик! Вот и дрон-помощник! Давайте глота! Алле-оп! Нам нужны ракеты, быстро! Ракеты готовы! Минируйте это место! Так... Прикончите его! Мина установлена! Навожусь на цель!
Господи, что за мной? Ручная граната! Сейчас будет заебал. Оттяните их туда. Сейчас отвлеку их. Стрельбомбу. Ставь здесь мину. Укрытие! Один есть! Не получилось! Поднимаю! Ломите ему! Ну, дыши его, дыши, 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 дыши. Сейчас будет дрон-помощник! Вверх! Так, а что здесь наверху? Так, что это у нас? Берет под контроль разум врага, заставив его сражаться на вашей стороне. Разум врагов вообще против. Окей, давай, давай. Подчините разум врага. Заставьте его сражаться за вас. Внимание. Сильная боль оборвет вашу связь раньше времени. То есть по мне не должны попадать. Так, тут ничего нету. Фолк, куда теперь? Вам нужны основные генераторы объекта. Они прямо перед вами. Спасибо, агент Уивер. Так. Убрать. Возьму того, кто был с самого начала. Давай его вот. Добавляем. Бит, знаешь. Доран. У Дорана там что в навыках? Окей.
Ладно, пусть будет. А лыч? Вот. Старик. Блин, я не помню. А, у меня был этот. Солдафон, типа. Ладно, пусть будет инженер. У него турель, у него покруче все. Что это за хрень? Сибал от нас. Босс, надеюсь, у вас все в порядке, и вы получите записку. Сначала я подумал, что это русский, но нет. Это что-то из детских монстров с лазерными пистолетами. Мы с ребятами взяли оружие из моего сейфа, но толку от него не было, от него было мало. Я забираю всех, кто еще жив, и ухожу вниз. Под озером есть туннели, они ведут к дамбе. Если придется, я буду стрелять в этих ублюдков. Мы уходим, советую вам как можно поскорее, последовать за нами. Джо Кол, отдел технического обслуживания. Закрыть. Генри, решили меня проверить, босс? Или задницу отсидели? Скучно. К ночным сменам нелегко привыкнуть. Это да. Слыхал насчет Фрэнки Гиффорда? Снова в игре. Ну, без Нарика можно больше не бояться. Что за черт? Что происходит? Таких показаний быть не может. Что у тебя, Генри? А я знаю. Электросети перегружены, больше некуда. Откуда-то пошел мощный заряд. Что это? Как такое может быть? Я не понимаю! Может, сбой? Я не знаю! Все? Кончилось? Черт! Что это было? Может, сбой какой-то? Быть того не может! Сбой по всей системе! Погоди, я спущусь с генератором! Может, там сломалось? Что приказали? Бред какой-то! Я просто не понимаю! Снимок. Кто решил эти раскопки? О-о-о! Что это за хуйня сейчас? Я что-то еще есть проблема. Босс, эти долбаные уроды повсюду. Они отрезали нам путь к туннелю, но у нас есть оружие. Мы прорвемся через этот этаж силы, да, если придется. Кого я обманываю? Наверное, вы мертвы. Если вы найдете это, ладно. Я надеюсь увидеть вас на той стороне, Джо. Даже. А вот, наверное, босс, да? Хуй знает, кто это. Воу-воу-воу! Что за хрень? Уир, генераторы прямо под нами. Вы были правы, какие-то штуки прикреплены прямо к турбинам. Там должно быть три рубильника и один основной. Чтобы отключить генераторы, надо вырубить их все. После этого силовое поле ослабнет, и мы сможем его пройти. Принято. Да, охуеть, но надо же. Один генератор готов. Отлично. Еще два. Дух сейчас надо добраться. Нус, человек тут. Нус, человек. Видите, что я?
Так, знаешь что? Поднимаю! Воду, граната! А вот и Глот! Теперь он наш лучший друг. Так, заткнись ты вот просто уже. Прикончите его. Командир, помоги мне. Понял вас, сейчас все будет. Готовы ко второму раунду? Спасибо, как раз кстати. Мало времени, джентльмены. Так, я могу еще гранаты, да? Использовать, что у меня есть запасные. Так. Запускаю дрон. Ломите ему. Надо их отвлечь. Вверх. Давайте Глота. Навожусь на цель. Берегись. Я его контролирую. Это так, где они там? Ставь ракетную турель. Да, и посильней. Сука, и докинул же. Блядь. Спокойно, сейчас я вас подлатаю. Помогите! Укрытие! Бля, че ёбнет, ёбнет, ёбнет! Прикончите его! Стреляю! Это второй генерал. Мы слышали, как включились запасные. Отключите последний генератор, и запасным не хватит мощности. Так.
Закладывайте мину! Мина установлена! А вот и Глок! Алле-оп! Ходу! Отвлеките их! Быстрей! Сейчас отвлеку их! Они бронированные! Размещаю дрон! Нам нужны ракеты, быстро! Ракеты готовы! Ломите ему! Навожусь на цель! Генераторы отключены. Отлично. Чтобы снять защиту, остается отключить главный рубильник. Вас понял. Минируйте это место. Мина заложена. Так. Он на нашей стороне. Вверх! Он штампует этих тварей. Оттяните их туда. Это их отвлечет. Двигаюсь. Не теряй темп, почти провалить. Так. Ломите ему! Все. Вдвое увеличить размер обоймы важного оружия, позволяя вести стрельбу более длинными очередями. Не знаю, надо, но мне не надо. Генри, что там у тебя? Эй, ты не Генри? Кто ты такой, черт возьми? Отойди оттуда! Я старший инспектор. Какой инспектор, к чертовой матери? Проверка была на той неделе. У нас руководство сменилось. Покажи-ка удостоверение, приятель. Это ни к чему. И убил его, да? Вперед! Прикончим этих ублюдков! Нужно отключить эти штуки! Дрюки всякие вот эти. Штуки-дрюки. Готово, Картер. Защита снята. Мы идем внутрь. Что теперь? Запускаем двигатели и идем через плотину. Хорошо. А я? Картер, вы должны найти путь к вратам Венна. И поскорей. Нас ждет сильное сопротивление. Долго ждать мы не сможем. Я приду. Stein Arkenna, Stein Arkenna.
Так, вполне есть. Это здесь что-то есть. Так, босс, я припрятал для вас патрон. Вы знаете где? Одному из моих ребят плохо, он все время повторяет одно и то же. И выглядит хреново, мы нашли одну секретаршу, она пряталась в кабинете. Мы взяли ее с собой. Храбрая тёлка. Урода едва не добрались. Не добрались нас. В том бою погиб Робби Джокол. До нас, наверное, до забудемся. А вот так вот, типа, я ее убил, да, но... Она... Хрень какая-то. Типа, тем не менее, она все равно его убила. Че, здесь же все равно нету ни хера, чего я себе только шел. Враг отсюда! Боже, спасибо! Атакую! Что за хуйня вообще происходит? Док, куда теперь? Ну, я полагаю, вниз. Судя по всему, объект чужих где-то под плотиной. О, спасибо, да вы... Док. Вы правда гений, вперед, Док. Парни, идем вниз. Да вот убей ты вот так. Прикончите вот, бац, и всё. Здесь всё чисто. Картер, вы должны знать, вы чертовски хороший агент. Если кто-нибудь доживет до завтра, то только благодаря вам. Это что, панегирик? Панегирик? В каком-то смысле, у нас не будет другого шанса. Если мы не справимся, мы потеряем нашу планету. Значит, надо справиться. Мы уничтожим мозаику и разберемся с истоком. То есть захватим его браслетом. Исток нам нужен живым, чтобы по возвращении продолжить исследование. Не факт, что мы вернемся, Док. Это факт, директор. Так. Что там за новое снаряжение? Сектина лазеря, да? Так, а мне что? А, время.
Это просто типа патронов больше. Да ладно, нахер. У меня есть умения, они быстрые. Тут куча глотов. Боже, херы. Они все втроем здесь и остались. Сюда забрались. Лунатик уже передается через бок. А? Автоприцеливание? Сюда. Через стену. Да, масштаб впечатляет. Я давно ищу тебя. Так. Очень давно. Кто ты нахуй такой? Я не причинил тебе вреда. Можешь заснуть. Ну, конечно. Сказать можно что угодно. Командир, что там? А вы не слышали? Отлично. Похоже, босс услышится голоса. Мы ждем только тебя. Мы хотим освободить пленника. Вот и серые ублюдки повалили. Они не дерутся. Испугались. Это рабы. Похоже, бедолаг заставляли строить эти ворота. Так что, жалеть их теперь, что ли? А у них разве был если выбор? Если мы не окончим эту войну, сами окажемся здесь, раньше или позже. Я лучше сдохну, чем стану рабом. Они нас... Ни унитаза, вообще ничего. Что это за камера такая? Этот последний. Смотри, а планшетами-то не пользуйте.
Здесь типа крещение происходит или что? Или это моются они? Кто-то мне хрену пьянит! Этот последний. Да, сносит. Вот я играю на среднем, а жизни вообще улетает. Я не представляю, как играть на других сложностях. Ну, там еще вообще жестко он такой. Командир, вы ранены? Да блять, я знаю. Звоните ему. Поле краскового не отвлечем. Атаку! Принято! Объект уничтожен! Поднимаю! Чисто! Идем дальше! Боже! Мы под озером! Думаю, они не хотели бы, чтобы мы все это видели. Надеюсь, мы нашли его вовремя. Если исток доберется до нас раньше, чем мы до него, это конец. Ух ты как. Отлично, Картер. Прорвались. Получилось. Еще не все. Меня беспокоит следующий этап. Стойте, что это? Нет, черт! Врата Венна закрываются. Их отключили. Без паники. Картер, система управления вратами где-то в том зале. Сейчас разберусь. Вперед, мы почти на месте! Задайте ему. Вали, ублюдков! А вот и Глот! Глот это да. Вот и дрон-помощник! Попробуем порыться в твоих мозгах. Ставь здесь мину. Ракетную турель туда! Ракетная турель готова к бою! Встречайте гостей, засранцы! Атакую! Мы потеряли дрон! Он сбросил контроль! Они дают! Что будем делать? Здесь.
Здесь все чисто. Да? А тебя что-то там давил чем-то. Мы идем за тобой, Исток! Слышишь меня? Это же не последняя миссия, я надеюсь. Так, стрелять мощным плазменным зарядом, который сжигает цель при попадании. Ну, давай, допустим. Приехали. Мы в самом сердце их мира. Боже мой. Потом посмотрим. Сначала надо победить. Отлично. Возвращайтесь на борт и покончим с этим. Ты уверен? Он вызывает подкрепление! Вот именно. Они близко. Хорошо сидят, мрази. Занимаю высоту. Давайте глота! Алле-оп! Размещаю дрон! Попробую взять над ним контроль. Прикончите его. Надо их отвлечь. Нам нужны ракеты. Быстро! Ракеты готовы! Закладывайте мину! Мина заложена! Отвлекуй! Он штампует этих тварей! Вверх и в сторону! Ломите ему! Да, пушка вроде бы ничего так. Неплохо, Картер. Еще не все кончено. Ну, спасибо. Пожалуй, я себе и оставлю. Увеличить максимальный уровень здоровья. Кроме того, увеличить уровень здоровья после реанимации. Блять. Вообще, блять. А есть какой-нибудь топач прям со всеми, со всеми? Thank you.
Значит, что нас не видят. Пока. Но они будут искать нас. Лотер наведен на цель. Вижу цель. Все путем. Ввожу координаты. Сети мозаики и устанавливаем бомбу Генриха. Скафандры. Верно. А я тем временем разбираюсь с истоком. Не забудьте, Картер. Ваша задача — захватить истока с помощью браслета и доставить на Землю живым. Юса, я еще подумал надо вообще-то тоже не вообще. Угу, конечно ж, пушку плазмерова. Так. Нет, все-таки мне полезнее умение. Я сделаю все, что смогу. Слушайте, может, просто пройдем через эти ворота? Он прав, доктор. Исток уже знает, что мы здесь, и, думаю, начинает нас искать. Спрятавшись на грузовом корабле, мы привлечем гораздо меньше внимания. Если только он довезет нас куда надо. Довезет, если вы введете координаты, извлеченные из фюрера. Так, пока я нажимать ничего не буду. Стоим у всех на виду, Картер. Запускайте уже пульт управления. Да погоди ты. Да под чертеж. На 15% увеличит урон на 7 противника без щитов. Да, блядь, вы заебали. Тем вот барахлом. Нужен причем вообще? Зачем мне? Может 15%? Типа там значимые там 50. Превосходно. Должен быть еще один. Черт. Док, потом поговорим. Блять. Вот это вот. Ой. Минируйте это место. Мина установлена. Ставь ракетную турель. Ракетная турель уже там. Вот.
Дайте артиллерию! Поднимаю артиллерию! Так. Ракетная турель подбита. Ко мне. Отходим. Блять. Ходу. Прикончите его. Стреляй по этому. Так. Мину, пожалуйста. Ставь здесь мину. Мина заложена. Бля. Так, ко мне все. Так. Ты можешь? Удар и посильней. Огневая поддержка! Вот и дрон, помощник! Может подлезть! Сейчас будет лучше! Вверх! Теперь он наш лучший друг. Нам нужны ракеты. Быстро! Ракеты готовы! Ломите ему! Отвлеките их! Навожусь на цель! Дайте артиллерию! Вверх и в сторону! Наш дрон пошел! Ракетную турель туда! Ракеты из обрекированных к бою! Вызываю артиллерию! Закладывайте мину! Мина установлена! Попробуем порыться в твоих мозгах.
сам говорит, что это последний. Я потом еще вылазил, блядь, до жопы. Док, вы можете заглушить этот голос? Голос? Мы ничего не слышим. Может, эта мозаика пытается связаться с вами? Каким образом? И почему со мной? Интересно. Но этот вопрос может подождать. Да нихуя. Что за хрень? Типа обои голографически такие. Тело смертно. А где твой же скафандр? Шкафандр, блядь. Скафандр. Вот и пленник. Что здесь происходит? Чего ты от меня хочешь? От тебя ничего. Нам нужен демон внутри тебя. Так вот в чем дело. Этот демон веками скрывался на вашей планете, ждал, готовился открыть себя. Портфель в Грумрейнже. Что там было? Наш приход пробудил его, и он нашел носителя, тебя. Береги себя! Нет! Ири себя! Стань нашим! Нет! Кто ты? Когда-то я, как и ты, был пленником демона. Я отверг его. И заставил служить мне и моему народу. И я привел народ в наш новый мир. Нет, умник. Ты привел народ в мой мир. Демон? А, не понимаю. Картер, браслет сработал. Вы захватили истока. Исток уже не важен. Картер. О чем вы, Картер? Пусть горит. Нам нужен не он. Мозаику питает нечто иное. И я сейчас это заберу. Находите существо, которое поддержит мозаику. Так, находите существо, которое поддержит мозаику. Вы обнаружили, что мозаика правильно загадать, что существо заключено за картой, каким-то образом с ним связан. Но что это за таинственное могущественное создание? Хотите его и доставьте в лабораторию в своем доме человека. Рука, она как будто отрывается. Пленник, хватайте пленника. Да кто там, блядь, что жарит нахуй, воняет?
Так. Так. Ход проведения операции «Трещина» планете. Все члены экипажа проявили исключительно доблесть. Сведения, полученные уже в ходе операции, изменили наши планы. Мы захватили не истока, который был нашей изначальной целью, а неизвестное существо. Выяснилось, что одно из зданий поддерживает всю сеть мозаики. Оно было доставлено в лабораторию для дальнейшего изучения. Детонация секретного прототипа вызвала разрушение всей базы противников, а вместе с ней, вероятно, и снова истока. А хуй-то там. Исток мертв. Сказать, что эта победа досталась ценой чудовищных жертв, будет мало. Это слишком для него. Держитесь, Уилл. Мы близко. А сказать, что мы победили, значит солгать. Все врата. Наш враг в смятении, ошеломлен. Но не уничтожен. Все знают, что делать. Используйте шанс. Добейте уцелевших врагов. Освободите нашу землю. Это наш шанс, леди Джангнари. Не упустите его. Хорошо, что вы очнулись, Картер. Мы уже начали волноваться. Я еще не все закончил, док. Хорошо. Директор Фолк спрашивал меня о вашем состоянии. Вы ему нужны. Война еще не закончена. Вы пришли в себя? Кажется, да. Вы поняли, что произошло? Когда вы схватили это существо, что-то пошло не так. И я не знаю, что. Так что это? Нам что, готовиться к войне с новым видом пришельцев? Мы пока изучаем все, что знали о нем чужие. Я сказал бы, что оно уникальное, и новая война нам не грозит. И оно питало мозаику? Да. Вы забрали и уничтожили исток. Теперь от мозаики остались лишь одни отшельники. И как мы собираемся его использовать? Скоро узнаем. И все же, такое удивительное существо. Вы взгляните. Важнее, что оно может, а не как выглядит. Конечно. Это существо играло ключевую роль в иерархии противника. Верно. Так что же вы о нем узнали? Как я понимаю, оно состоит из энергии и вообще лишено материального тела. Как такое может быть? Не знаю. На Земле таких сознаний нет. Среди известных нам чужих тоже. Они называли его эфириалом. Как он зовет себя сам, он еще не сказал. Вы уже можете с ним общаться? Нет, пока нет. Но все существа коммуницируют. Главное понять как. Теперь мы прижали чужих. Как думаете, что нам с ними делать, когда они сдадутся? Меня поражает ваш оптимизм, Мия. Мы не можем быть уверены, что они сдадутся. Все может закончиться десятками тысяч трупов. А если нет? Этого не знает никто. Если освободить их от влияния мозаики, некоторых можно будет интегрировать в общество. И самому интересно, что получится. Вы поняли, почему я отрубился? Виновато это существо? У меня масса предположений, агент Картер. Позвольте изложить вам основное. Валяйте, только коротко, если можно. Возможно, это существо эфириал каким-то образом перегрузило, зашкалило ваш браслет, верно? Значит, это существо намного сложнее всего, с чем мы сталкивались раньше. Мозаика занималась только тем, что удерживала и использовала энергию эфириала. Я не видел у чужих ни одной технологии, сравнимой с эфириалом, по мощи. Интересно, где они его взяли? И отсюда возникают новые вопросы о природе мозаики. Ладно, док, мне пора. Война еще не закончилась. Верно. А у меня много вопросов, которые нужно обдумать. Найдете ответы и скажите. А у меня много беготни еще. Еще пиздец, как много беготни. Ебать, как много. Просто обосраться, как много. Посмотрите, как он там плавал. Плавал. Никаких экспериментов, да, больше?
Не к Фолку. Чего вы, лохи, не могли так сделать? Усыпить и застрелить. О! Как это было внезапно. Вы живы, а Исток мертв. Значит, мой народ свободен и обречен. Теперь Исток не властен над ними, и ты можешь убедить их сдаться. И тогда мы поможем им. Вы позволите нам жить на вашей планете? Ничего не могу обещать. Люди не скоро вас простят. Но сложив оружие, вы сделаете первый шаг. Мы не можем сдаться, пока нам не пообещают новый дом. Это тупик. Чертовски жаль. Но я сделаю все ради того, чтобы достичь соглашения. Исток мертв. Мозаика отключена. Врата на вашу планету закрыты. Почему твой народ не сдается? Нет, мозаика не уничтожена. Вы уничтожили ее источник, искалечили ее, но эхо осталось. Я отключен, но все равно чувствую его. Сломана она или нет, но твой народ лишился командования и подкреплений. Как их заставить сдаться? Сотни лет отчаянного стремления к единственной цели нельзя стереть в одночасье. Мозаика оставляет шрамы в умах. Мы будем драться, пока не найдем новый мир. Мы готовы продолжать войну. Значит, решения нет. Как уничтожение мозаики скажется на заболевших людях? На лунатиках? Мозаика больше не будет управлять ими. Можешь не волноваться. Но лекарства я не знаю. Очень жаль. Будь у вас лекарство, люди легче бы приняли вашу капитуляцию. Я мог бы предложить это, но мы никогда не пытались создать лекарство. Зачем? Ты помогал почти с самого начала. Что нам с тобой делать? Я ничего не решал за себя. Всегда решали другие. Мозаика, фюрер, легион командиров. Ты хочешь помочь нам закончить эту войну миром? Если есть надежда найти дом для моего народа, я сделаю все возможное. Ты неплохой человек. Кстати, как тебя зовут? У нас нет имен. К нам обращаются только по должности. Я Дразу Фаа, то есть тайный наблюдатель. Помоги нам добиться мира, и вы сможете сами выбирать имена. Оставайся тут. Если война не кончится, ты нам будешь нужен. Это вряд ли. Он стал еще подозрительнее, чем раньше. Так что я ему что-то вообще не верю. Была возможность изучить новый экземпляр? Нет, предоставляю это другим. Я слишком занят расчетами тяги Мстителя. Найн! Так, давай посмотрим, что тут есть у нас. Что вам лучше, Картер? На обратном пути вы выглядели неважно. Я рад, что вернулся домой. А я-то думал, я погулять летал. Без вас мы бы не справились, Барнс. Вы молодец. Я горжусь тем, что я в команде. А команда большая. Как все успокоится, медали нам привезут на грузовике. Это весь базар? Оно того не стоило.
сюда новый или чужой. Забегаю я за угол, а там их трое с карабинами и целятся в меня. Ты обосрался. Что вы уже на ногах. Ну, я чувствую себя так, будто сунул палец в розетку. Жопа. Радуйтесь, что живы остались. Не всем так повезло. И Да Силва, и Нильс, и... И мой брат, и многие другие. Все это в прошлом. Мы же спасли Да Силву. Благодаря всем тем, кто пожертвовал собой. Я знаю, но их уже не вернуть. Я все пытаюсь понять, что случилось в конце. Весь комплекс был завязан на ту штуковину. Уир сказал, они называют ее эфириалом. Вы схватили его, и системы стали терять мощность. Ну, теперь ученые быстро разберутся, что это за тварь. В общем, эта штука была подключена к мозаике, прямо как исток. Когда мы были там, исток сказал, что я ношу демона. Фолк как-то говорил, что вы лучший агент в команде, и что у вас есть свои демоны. Возможно, исток знал вас лучше, чем вы думали. Теперь даже нельзя вернуться и расспросить поподробнее. После этой бомбы. Думаю, оно того стоило. Долго я был в отключке. Есть уже результаты? Прошло всего полтора дня, но изменения к лучшему уже есть. Очень надеюсь, что это так. В войсках беспорядки, их части отступают. За несколько часов мы не видели ни одного НЛО. Неплохо. Но главное, все врата закрыты. Враги отрезаны на нашей планете, и теперь нас больше, чем их. Слушайте, может, мы и правда выкарабкаемся? Допустим, мы покончим с чужими. Что, по-вашему, будет дальше? У нас? Писанина. Вы даже не представляете, сколько лунатиков нам придется оформлять. Сотни, если не тысячи. Устроить исчезновение или ложные похороны несложно. Мы в ЦРУ постоянно этим занимались. Сложнее решить, что делать с чужими, которые будут сдаваться. Не думаю, что они сдадутся. Мы же практически уничтожили их мир. Часть чужих может перейти на нашу сторону. Они вторглись на Землю, потому что их планета умирает. Они не захотят возвращаться. Обратно их и не отправишь. Врата теперь закрыты. У Дрезнера найдется пара интересных идей. Настоящие трудности начнутся после победы. Мы на финишной прямой, Анджела. Еще немного. Я-то думал, уже там финиш был. Но мир уже никогда не станет таким, как... По-моему, с воинанием Картер умрет. Или я тогда делал что-то неправильное. Не знаю, мне кажется, здесь нету особого-то выбора. Как поступать. Чужими управляла мозаика. Вот так добавляется. Фигурки он забил. Ну, за миссию эта вся хрень добавляется. Где побывал, часы, да? Картины, ты посмотри как. И что за хуйня? Смотри, у меня все выполняется. Вообще прям здорово, мне нравится. Комната меняется. Вы, как всегда, в работе. Вы слышали, директора. Отдохнем, когда война закончится. В этом я согласен со стариком. Это первый признак конца света, агент Картер. Как там ваша дезинформация? Все хорошо? Да, вполне. Это как? Мне пришлось скрывать разрушение университета, города и главной достопримечательности Колорадо. Не говоря уже о захваченных лунатиках, для которых пришлось делать ложные документы. Вы не видели всего этого по телевизору, значит, все в порядке. Вы слишком строги к себе. Вы здесь потому, что вы лучшие из лучших. Спасибо, сэр.
Как чужие отреагировали на потерю мозаики? По-разному. Некоторые впали в бешенство, другие в кататонию. Кто-нибудь сдался? Немногие. На всякий случай мы отправляем их всех в Алькатрас. Все думают, что война почти закончена. А вы? Я хочу быть в этом уверена. Ладно, не буду вас больше отвлекать. Пока директор не даст отбой, я буду здесь. Мы их оттесняем. Не, ну молодцы, да. Последние события вызвали всеобщий восторг. Надеюсь, этот фолк напоминает. Расслабляться еще раз. Как давно они прошли через врата? Уже 45. Постой, я поймала сообщение. Они живы? Что они говорят? Они... Да, задание выполнено. Все живы и возвращаются. Получилось! У них получилось! Персонал ангара подготовится к возвращению Мстителя. Врачам тоже. У них есть легко раненые. И какой-то пленник. Ну, все по местам. Да! У них все-таки получилось! Никогда в них не сомневалась. Но если ты скажешь об этом Картеру, я буду все отрицать. У меня так, могила. У тебя есть планы на будущее? Рано об этом думать. Может быть, но я-то тебя знаю. У таких, как ты, всегда есть план. Ну, я... Нет, это слишком безумно. Эй, мы не пережили нападение пришельцев. Сейчас безумные времена. Ну, я слышала, что мой родной город отстраивают. Им нужен мэр, чтобы координировать усилия. Ты будешь баллотироваться в мэры? И не надо смеяться. Ты что? Наоборот, я думаю, это отличная идея. Тебе нужна помощь. Может быть, но сначала мир. И люди хорошие, да? О мире думают. А лживые пидорасы! Вы как, Картер? Работать сможете? Пошатывает, но в порядке. Ёбаный в рот! Отправляйте меня обратно и покончим с этим. Отлично. Откройте карту. У нас полно работы. Чё тут? Наш агент пытается восстановить обычный уклад жизни мирного населения, хотя передумал связи так по-прежнему сохраняется военное положение, признан защищать мирных жителей от чужих большинства городов. Сказано, что это было очень таких помощей центры, как уже. Ритм жизни. Теперь можно начинать восстановление больших и малых городов, пострадавших от удара коммунистов. Ах вы, козлы! На коммуняк, да, все. Единственная спортивка в сельском. Так, сельскохозяйственных регионах США привело к тому, что поставки продуктов существенно сократились. Наблюдая значительные перебои в торговле между штатами. Они что же? Ну, в стране горит недостаток продуктов питания. Топливный кризис. При том, что зима обещает быть исключительно холодной. Особенно суровые морозы ожидаются в Южной Дакоте. Если война не завершится в ближайшее время, Соединенные Штаты могут решиться статус мировой сверхдержавы. Да, само мнение-то такие прет. Обнаружив сооружение чужих в Пиме, мы начали за ним наблюдать с помощью автономной системы слежения. Сегодня мы стали свидетелем радостных изменений. Транспортная башня разрушена и скоро упадет. Причины происходящего могут быть как перебои в сети, мозаики, так и структурные повреждения, которые нанесли башни наши агенты. В любом случае, подобное известие дает надежду на то, что в скором времени мы сможем выбить противника с территории. Так, короче. Может, операции 10, да? А у меня тут, смотри, как все, да, такие вот ребятки. Харрис, и к Харрису пойдет, а пусть идет Уэсли. Ранец коррозивной плазмы. Плазменное оружие наносит на 10% больше урона механическим противникам. Окей. А это что? Снижает уровень
Второе владельца на увеличение скорость взятки умений на 30. Да вы пиздец. Всякие вот эти вот ограничения. Это жопа какая-то. Чем вы так делаете? Так, а здесь еще малая операция. Серендакота. Спасение лунатиков. Чужие переводят людей лунатиков на секретную базу, а затем отправляют их в свой мир. А пробьетесь на базу, спасите лунатиков. Еще бы нет. Чего бы нет, но на этом, пожалуй, я закончу, потому что уже давненько сижу. Все только прожил миссию. Тра-та-ра-та-ри-та-та. Все, давай. Они где-то рядом. Счастливо тебе. Я уже вижу трупы. Торопитесь, не то трупов прибавится. Да, мы все. Их прибавится, но не людских. Но не сегодня. Да, чем ты... порадуете, док? Мы считаем, что чужие строят новую оперативную базу, используя ты... труп лунатиков. Нельзя терять преимущество. Их нужно остановить. Можешь заткнуться нахуй.